Высшей школе искусств. Она работает с 1990 года. Людмила Петровна – большущая поклонница джаза. Она всегда мечтала развивать это направление в школе. А Светлана Александровна, конечно, поддержала эту идею. За многие годы ее любовь к джазовой музыке не угасла, а воплотилась в интересный творческий коллектив «Эрмитаж». Владимир Галимов. Импровизация на тему Джорджа Ширинга «Колыбельная острова птиц». Партия фортепиано Марина Гладышева.